Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Точно! Ладно, краснопузый, моли своему Марксу и Энгельсу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Вот так? Или так? Неудачники. Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. Так, двинули к броневику. Короче, я... Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, Мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь. А с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черном. Ты там поосторожнее. Короче, я вошел ведь, ну, на выход, и меня сразу сюда перекинуло я. А сейва-то нет. Сейв только здесь был. Ну ладно. В общем. Что, господи? Там-там-та-там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 . Не бережете вы электричество, товарищи. У вас утекает сквозь пальцы. Что-то все куда-то рассосались, одного меня бросили тут. Ходи, собирай, что хочешь. Занимайся чем угодно. Я не понимаю вообще вот этот вот смысл, вот этот весь поклонение нацистам. Я правда не понимаю. Красный, не красный, нацист. Я... Увольте меня. Я, конечно, немного знаю о нацистах и так далее, но... Кем бы они ни ты были... Ты садись в башенку на пулемет.
Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Кем бы они ни были, то что они творили в прошлом, честь имею. Мы постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. А чё ПНВ-то не включить бы? Нажимайте на шнурок по сигналу. Открывай ворота. Чё, может, пальнём? Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, гер-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Удобно сделать управление. Мышкой-то нельзя было сделать. Да, блин. Пипец, управление неудобное, охренеть. Думался наконец. Поехал. Я не люблю вот эти вот такие вот. Да, от тебя в принципе ничего не зависит. Сиди на кнопку, дави.
господи! Чего, да это же танк! Блядь, где? Хренасе. Не просто танк, это танк самонаводящийся ракет. Парень, ты чё замолчал? Тебя грохнули, что ли? Чё делать? Вот он! Огонь! Поехали, бля! Какой хер ты тут встал? Проскочили. Все, все. Приплыли. Быстрее, это, господи, быстрее. Куда торопишься? Помереть, что ли? Так, ладно. Все-таки гамму так вот хоть еще уменьшить. Все равно эти блики долбаные. Ну что это вот за херня? ПНВ просто говённый. Может быть. Так, секунду. Чё такое вообще, не понял? Неясно. Всего все есть. Вообще все. Ничего не дают.
Так, это ключ. Значит, здесь есть сейф. Вот и сейф. Так. Плюс 150 патронов. Ого. Прикольно. Так. Это что такое вообще? Пулькомет? Кому не нужный. Хотя я не знаю, может он, конечно, хорош. Ну, тут я удачно зашел. Хорошо живем. Так, все дело. Понял. Куда я вышел? Тут почему-то. А, о. Шарики. Лошарики. Может, я зря сюда пошел? Надо было поговорить с ним сначала. Или... Так, подожди, что-то... Я что-то не то делаю, по-моему. Надо вернуться, наверное. В любом случае, тут... Вроде бы ничего нет, но сейф. Сейф — это хорошо. Пойду посмотрю повнимательнее, что тут может. Не, ну сюда падать не стоит явно. Хотя пофиг, сейф есть. Ну да, не стоит. Хе-хе. Так, тогда ладно. В какую сторону? Блять, конечно же не в эту, ептать. Когда я в нужную сторону поворачивал. Нонсенс. Так, непонятно тогда, зачем это ответвление нужно. Ну, будем считать, что нужно все-таки. Ну давай, чё. Не понял, чё я ведь туда залез. После нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Пригнись! Дьявол! Понастроили всякой хрени! Вот-вот, дьявол. Гляди в оба, иначе башку снесет! Понастроили. Да уж, жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тот случай. От парня только сапоги остались.
скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет! Там кто-то есть! Сними его, Артём! Дрезина! Закрывай ворота! Надо скорее отсюда убираться. Ай, блядь. Да ладно, блин, чё ты как... Чё мне валит, господи? Слушай, скоро мы подъедем к станции. Должна быть заброшена, но чёрт знает. Свет, там кто-то есть. Сними его, Артём! Дрезина, закрывай! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Бля, да меня оборзели, ёптать. Себе. Слава богу, у них дрезины не было, а то бы они достали нас в туннеле. Теперь-то что не так? Господи, да это ж депо. Сколько я слышал о нем? Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Да уж. О, патроны есть, оказывается. Что такое? Ты что? Это что за хрень? Убери! Гаси их, а то мы на этом кладбище останемся! Так, тихо. Остался.
сдаете, ребята. Ладно. Так, сюда не дают пройти, ладно. Значит, надо идти вперед. Что-то так совсем печально без пенвета. Нет, сушки, давай так сделаем. Тихо. Что-то было. Что-то. Пофиг. Ага. Растяжечки. Растяжечки. Почему здесь все мертвые? Пистолет какой-то лежит. Что такое? Напряженненько так. Напряженненькая обстановочка. Так, тут ни хрена нет. А, вот что было. Новая заметка. Жуткая смерть. Мои бабочки гибнут один за другим. Я ничего не могу сделать. Короче, понятно. Ну, какой-то ствол. Непонятно зачем. Что идти туда. А я типа не оттуда пришел. Не понял. Да покажите карту-то, блять. Как я должен ориентироваться-то? А, вот сюда, наверное. Так, налево или направо? Вот в чем вопрос. Эй. После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман.
Ну вот я хотел еще в другую сторону сходить. Зачем так делать? Обратно не дадут уже все. Ну вот это, конечно, бесит. Что за хрень? Крысы. Оу. Нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». И где схрон? Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Куда встать? Закончил собой. Клёво. Подъем! Все в порядке? Ну как тебе сказать? У нас потери! Где потери? Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Кого потеряли? Дьявол! Чёрт! Проклятие! Читай, Рюш, блин. Нет никого. Вот теперь ори. Нам конец. Бодрячком, пацанчики. Бодрячком. Врагу не сдается наш гордый моряк. Пощад никто не желает. Прыгнул.
Что не так опять? Так, тихо. Все, что ли? Отвоевались? А мне типа хоть бы что? Я неуязвимый, что ли? Ладно. Пацаны полегли. О, ты живой. Слишком много мутантов. Прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень. Ты должен найти нашу радиостанцию. Установить связь с полисом. И поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Чё, аптечку? Или ты помереть собрался? Установи связь с полисом. Вот же у них пулемет стоит. Чё они тупили-то тут? Так, куда идти-то? О, господи, туда что ли? А здесь что? Хорошо. Патрончики. И чего-то, и мне интересно, вот у них тут баррикады такие, на кой хер там стоять, блядь? Когда можно здесь вот стоять и отстреливать. Что за бред? Крыски прожорливые. Так, чё? Дрезина? Нет, не дрезина. Рухлить какая-то. Блин, фонарик вообще ни хрена не светит. Я вообще не сюда иду, что ли, или что? По огню можно ходить? Нет, нельзя. Жжется. Да ты запрыгнешь, нет? Что-то было. Thank you.
вот эта тварь так свистит. Я понял. Свистит и разум затмевает. Затуманивает. Да? Так, что тут еще есть? Опс, это я напрасно сделал. Сделали бы лучше фонарь нормальный. Лети до волос. Пусть пошли сюда. Сюда что ли куда идти до волос? Так, вот что было. Никогда в жизни не найдешь, что это было. Так. Опять затык. Я тут яблочко нашел. Так, куда идти? Ну да, туда только как. Блять. Откуда вы лезете? Что-то я не врубился, когда лопасть. Туда надо прыгать? Ну, наверное. Фигите, нифига.
Ага. Еще что-то есть. Лампочка, ключик. От какого-то сейфа. Давай, бери что-то. Все. Какого сейфа это ключик? А может от двери вот от этой? Заперто. Так, там еще какой-то проход был, погоди-ка, я вниз хотел сходить вообще-то. Вот сюда можно еще пойти. Ужин. Это другой образ. А, ну тут просто боеприпасы, да? Тупиковый путь. Ладно. Еще можно вниз прыгнуть. Вот сюда. Эй! Ну кто ж знал, что этим все закончится. Так. На чем я остановился? Тут я облутал все. Да. Ладно, значит, пошли сюда. Опа. А это что за дрянь? Что за дрянь? Дротикомет какой-то. Прикольно. Блин, прикольно-то прикольно. Если бы его можно было четвертым оружием взять. Зачем вообще так сделали? Сделали бы неограниченное количество оружия, да и все. Так, это значит выход куда-то. А это? Это тоже выход куда-то. А, ну это, наверное, в одно и то же место. Так, подожди, а это хрен куда-то. Выход. Капец, тут потеряться можно вообще. Точнее говоря, я уже потерялся. Потерял. Что-то... А, все. Где себе был? Кругами хожу, что ли? Дрянь подтекстурная.
убежал вроде, нет? Что тут было еще такое? Вот как протирать противогаза. Надо только кнопку переназначить. На какую это вопрос? Он умер, да? Умер? Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Да, буду. Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напали. Ну как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать. А то нас всех съедят. Ну ладно. Сиди там. Спиногрыз. Сюда, видимо, да. Блин, вот тут тоже. Тут... В общем, на следующую серию оставлю.